Привет, ребята! А вы любите музыку? Я очень люблю музыку. Люблю слушать музыку. Люблю петь под музыку. И мне всегда хотелось научиться играть на каком-нибудь инструменте, на каком-нибудь музыкальном инструменте. Но, наверное, мне всегда не хватало смелости. Я думала, что это очень-очень трудно, долго. И, наверное, я думала, что это не для каждого, что нужно иметь какой-то особый талант, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте. И вот неделю назад друг моего мужа подарил ему гитару. Он просто пришел и сказал... Упс. Нет, он сказал не упс, он сказал: «Себастьян, держи, теперь это твоя гитара». Но мой муж не умеет играть на гитаре, так же, как и я. И тогда он спросил меня: «Катя, что мы будем делать с этой гитарой? Я не умею играть, ты тоже не умеешь играть». А я ответила: «Себастьян, если у меня есть гитара теперь, то я буду учиться играть на ней». И вот уже неделю я смотрю видео на YouTube и пытаюсь научиться что-нибудь играть. Пока у меня получается очень-очень плохо, но я все равно покажу вам упражнение, которое я делаю на гитаре. Это упражнение называется арпеджио, и я сейчас попытаюсь его сыграть. Честно сказать, я даже не знаю, как правильно ее держать, эту гитару. Была какая-то ошибка. Попробуем еще раз. А вы умеете играть на гитаре? Или, может быть, вы играете на каком-нибудь другом музыкальном инструменте? Я была бы очень рада об этом узнать. Увидимся!